Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Уважаемые братья и сестры, всех вас приветствуем, желая мира и милости Всевышнего Аллаха. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Честно сказать, меня переполняет очень такие эмоции, чувства от данного мероприятия. Здесь просто царит необыкновенная благодать. Алхамдулиллах. И сегодня мы знаем такое время, когда наше общество жалуется на то, что нету хороших врачей, мы жалуемся на плохие дороги, мы жалуемся на проблемы сегодняшние. Но наши наставники, наши духовные предводители указали нам вот путь к решению этих проблем. Это облагораживание нрава. Многие могут, конечно, сегодня сказать, каким образом благонравие человека может повлиять на наши нынешние проблемы. Но как раз-таки ведь проблемы исходят из-за нас самих, из-за наших ошибок, из-за нашей безответственности, из-за наших амбиций, из-за наших пороков, из-за наших внутренних проблем происходят все внешние проблемы, которые мы сегодня видим. Если человек обретет для себя правильный духовный нрав, если он для себя обретет благие нравы, если нынешнее поколение, вот здесь ребята были до 10 людей, слезы трудно было удержать, увидев этих детей, которые принимали в этом участие. Представляете, это поколение, которое займут все те места, которые мы сегодня занимаем. Это люди, которые будут вести наше общество. Если у них с самого детства в них будет вложен благой нрав, от этих людей ведь мало будет проблем. И те проблемы, которые есть, будут решаться вокруг нас. Поэтому на самом деле сегодня, альхамдулилля, то, что этот конкурс был объявлен, мы говорили не раз, выступая на страницах в социальных сетях, мы говорили, призывали всех принять участие, даже тех, которые не готовились. Для чего? Для того, чтобы этот человек был причастен к масштабному конкурсу, чтобы этот человек был частичкой этого мероприятия масштабного, который проходил на территории всей Российской Федерации, чтобы этот человек в судный день, когда предстанет перед Всевышним Аллахом, чтобы он был как раз-таки человеком, который приобщился к этому мероприятию. Поэтому такие мероприятия нас еще впредь ожидают. Желаю, чтобы каждый из нас, независимо от национальности, мы знаем, что если говорить вот о том, что происходило в самом конкурсе, в Махачкале принимали участие люди с ограниченными возможностями. Брат и сестра, которые не видят, они пришли на этот конкурс, им диктовали вопросы, диктовали варианты ответов, и они отвечали. Люди другой конфессии принимали участие. Альхамдулилля. Поэтому хочется воздать хвалу Всевышнему Аллаху за то, что у нас есть те люди, которые на самом деле переживают за наше общество, переживают за все то, что у нас происходит. И альхамдулилля, что Аллах Всевышний дал нам мысль, дал нам акл, разум, чтобы мы поддерживали вот такие мероприятия, вот такие идеи, конкурсы. Мы вам всем желаем всего хорошего и просим вас также упоминать в своих дуа, в своих молитвах, чтобы и впредь, и всегда эти конкурсы, которые проходят, мероприятия, которые у нас проходят, чтобы они проходили на высшем уровне. Баракаллах.